Медицинский персонал и пациенты от эксперта в восторге. Несмотря на солидный вес 160 килограммов, новый рентген-аппарат от своих нетранспортабельных предшественников отличается мобильностью. Тяжелобольным теперь не нужно утруждать себя лишними передвижениями. Врачи привозят аппарат прямо в палату. За 25 лет работы старший рентген-лаборант Татьяна Кондратьева с таким чудом техники встретилась впервые. Теперь осваивает новое оборудование. В управлении очень удобно, что вот разворачивается. Раньше были очень сложные аппараты такие, что там долго раскручивать, а этот снимается с формы, заключается в сети, в принципе, сенсорное управление, ставишь режим какой-то на органике и делаешь снимочек. Новый рентген-аппарат больше похож на космического робота, но, несмотря на это, прост и удобен в управлении. Он легко перемещается по палате, может разворачиваться и подстраиваться под пациента. Перед началом рентген-исследования необходимо соблюдать технику безопасности. После обязательного облачения пациента и врача в специальный костюм, фартук, перчатки и головной убор, нажатием пары-тройки кнопок на сенсорной панели управления врач задает необходимый режим работы. Несколько секунд, и снимок готов. Подобный рентген-аппарат уже есть в Беловском роддоме. Теперь его преимущества смогут оценить и пациенты первой городской больницы.